Живая? Рекорд побила. Это ты потеряла? Спасибо. Ты ведь на журналистике вроде. Давно тебя на лекциях не видела. Ну, да. Я в последнее время на лекции почти не хожу. Не до того как-то. А, ясно. Слушай, а зачем ты вот так... Можно спросить, зачем ты вот так сидишь под водой? Ну, кто-то медитирует, а я погружаюсь на дно бассейна. Когда-нибудь до 2 минут дойду. О, ничего себе. А зачем тебе это? Под водой все зависит только от меня. Больше ни от кого. Я сама контролирую то, что делаю. А тебе не одиноко? Может, мне нравится. Мне пора домой. Слушай, просто у меня в школе подружка была. Вот прямо во всем идеальная. Отличница, капитан футбольной команды. И вот мы раз поехали с классом на экскурсию, она взяла и исчезла. Нету. Потом... Если бы той девушке было кому выговориться... Она бы так не поступила. Ну, может быть. Найди там меня. Меня зовут Мэй. Через Э. Принято. С бабулей. Что? Ну, позвонила, пока ты номера менял. Спросила, как дела. Ты что, ей сказала? Нет, что? Я просто захотела ее услышать. Мы пешком пойдем через границу. А? Ты точно справишься? Справлюсь как-нибудь. Главное же на копов не нарваться. В лесу мне всегда лучше. Я большую часть жизни в лесу. А и что? Там тебе не одиноко? Не особо. Почему? Просто я люблю свободу. Дома я вечно был всем что-то должен. То крыльцо собери, то крышу почини. А в лесу? А в лесу я сам себе хозяин. Звучит неплохо. Продолжается поиск убийц. Б.
После ограбления дома шерифа в округе Турок они укрылись в мотеле «Сон в пустыне», где устроили... Ты чего? Это же в нашем городе. Не люблю новости. Их послушать, так везде все плохо. Это не новости плохие. Это люди ни к черту. Извини за пессимизм. Доброе утро. Что-то случилось, сэр? Да ничего. Тут вчера был музыкальный фестиваль, так что я теперь стою и всех проверяю на всякий случай, чтоб никто пьяным не ехал. Вы оттуда? Нет, сэр. Мы мимо ехали. А откуда вы едете? Мы из Аризоны. Да? Просто номер у вас из Монтаны. Вы там учитесь, что ли? Мы к Большому каньону ездили. А вы были там? Нет, мисс. Ой, обязательно надо. Мы аж до самой реки верхом на мулах доехали. Угу. Там даже круче, чем на открытках. Угу. В общем, покажите мне права и регистрацию, и можете ехать. Ага. Сейчас. Да где же они? Ну, в Монтане вообще-то запрещено ездить совсем без прав. Извините, пожалуйста. Ладно, сейчас номера пробью. Диспетчер, мне бы номерок пробить. Монтана 3, Папа 2, 1, 5, 7, Танго. Черт, черт, черт! Он сейчас нас спалит. Опять, что ли? А вручную никак? Надо валить отсюда. Послушайте, я все объясню. Опять у них база легла. Чувствую, придет 2000-й, и вообще все накроется. Ладно, сегодня я добрый. В этот раз отпущу с предупреждением. Но впредь права не забывайте. Хорошо, сэр. Проезжайте уже. Привет, пап. Как там новый самолет? О, тебе понравится, Тихий. Прошлый намного громче ревел. А у тебя все хорошо? У меня в воскресенье день рождения был. Ты раньше всегда звонила? Пап, прости, понимаешь, я тут немного... Да уж, понимаю. Вся голова учебой забита. А жить когда? Давай мы с мамой завтра к тебе в универ заедем, пообедаем вместе. С этим проблемка. А почему? С учебой нормально все? Да, просто дел много. Но
Профессор по истории СМИ меня хвалит. Семестр оканчиваю на отлично, так что... Ух ты! Это же... Мишель! У Зои семестр на отлично! Зои, это же здорово! Я так тобой горжусь. Зои? Мам, извини. Мне пора. Где у меня еще банка? Банка таблеток. Ну и где она? Что это? Надеюсь, я не сплю. Ну, думай, куда ты их положила? Кто там? Привет, дедуль. Зои! Слушай, можно я зайду? Понимаю, что поздно, просто очень надо с кем-то поговорить. Зои, ты знаешь что? У меня тут это, ну, маленькая проблема. Какая проблема? Мистер Уокер! Все, я выхожу. Говорю вам, жильцы не должны портить имущество. А я говорю, что никакого имущества я не портил. Мистер Уокер, у меня уже нет сил с вами спорить. Привет, Зевс. Привет, старичок. Зоя, ну наконец-то. Скажи этой даме, что я имею полное право спокойно находиться у себя дома. Спокойно? Вы входную дверь испортили. Давайте все успокоимся. Что случилось? Кто-то вломился и украл мой кошелек. Нет. Вы сами забыли, куда его засунули, а потом дверь сломали. Зои, здесь кто-то был. Я даже видел, как он прячется.
С тобой все нормально? Он на тебя не напал? Нет, я не здесь был, а внизу. Сейчас вроде. Я расскажу, как все было на самом деле. Ваш дедушка уже в третий раз за месяц вышел на улицу в халате и тапочках. А потом понял, что забыл ключи и сломал дверь, чтобы попасть домой. Нет, неправда. Я хотел проветриться, вышел погулять и кого-то там увидел и... А потом помню только, как начал ругаться с Шелби, вот. Меня не так зовут. Зои, это больно признавать, но вашему дедушке становится хуже. Ему бы сиделку или в дом престарелых. Еще чего! Не надо мне ни в какой дом престарелых! Наше мнение по поводу случившегося сильно расходится. Но за ремонт двери... придется заплатить. Пришлите нам счет. А? Я оплачу, не волнуйтесь. Что ж, спасибо за понимание. Ему нужна помощь. Это заговор. Она вымогает деньги у беззащитного старика. Точно говорю! Нет, ты ее вообще слышала? Дом престарелых. Прямо как твои родители. Слыхал я эту чушь. Не говори, Шелби, но замок-то мне ломать вообще ни к чему. У меня на такой случай второй ключ под ковриком. Правда? Это же, ну, опасно. Хочешь что-то спрятать? Прячь прямо у всех под носом. Там никто не найдет. Ты-то как, внучка? Что нового? У меня? У меня нормально все. По тебе не скажешь. Вид у тебя прямо как перед выпускными экзаменами, когда ты заливала в себя литры кофе и не спала сутками. По ночам ты спишь? Когда таблетки пью, нормально. Это которые доктор Чаудри прописала? Ну, хоть какой-то толк от нее. У тебя же все хорошо было. Что-то случилось? Ничего особенного. Правда. Ну, что еще расскажешь? Когда планируешь в Нью-Йорк Таймс податься? Я вообще-то хочу взять перерыв в учебе. И прежде чем ты спросишь, нет. Маме с папой я решила не говорить. А то переживать будут. Я всегда думал, что это работа для тебя. Журналистские расследования. Совала бы нос в чужие дела, рассказывала бы людям правду. Не знаю, дедушка. Я просто хочу проснуться где-нибудь на пляже. Чтобы ни души вокруг. Зайти поглубже в океан. И исчезнуть в волнах. Не советую. Я тебе вот что скажу. Сколько ни беги от проблем, они все равно догонят. Уж поверь моему опыту. Так. А куда плоский компьютер делся? Нету. Вот ублюдки. На 73 года себе купил. Можно я тут осмотрюсь? Ну, знаешь... Может, следы воров найду? Да пожалуйста. Книжки по праву, медицинские. Это все с тех пор, как ты разъездным агентом был? Агентом? Ну да, ты же мне рассказывал. Это ведь твоя работа была? Я тогда много кем работал, что только не делал. А дело всей жизни у меня было одно – убедить всех, что я совсем другой человек. Дедушка, ты таблетки свои пьешь? Не люблю я их, я от них вареный.
Ладно, дело твое. Дедуль, ты абсолютно уверен, что не сам сорвал замок? Как я могу быть уверен, если ничего не помню? Ты что, ни разу не забывала, зачем в комнату зашла? Не забывала, куда положила вещь? Ничего не теряла? Ты сам знаешь, потеряла я много. Не хочу и тебя потерять. Шелби права, мне становится хуже. Все забываю. Места, даты, куда в школу ходил. Кажется, будто всю память мою рассовывают по коробкам без подписей. Ты знаешь, каково это? Не представляю. Ужасно, наверное. Ты-то, небось, считаешь, что я все это выдумал? Вообще-то, за мной тоже кто-то следит, как мне кажется. Что? Недавно вот заметила в бассейне, потом прямо у квартиры. Но я не знаю, это правда или мне кажется. Может, у нас у обоих с головой беда? Господи, слушай, Зои, ты в детстве пережила страшное. У тебя на глазах произошло много жутких вещей. Знаю, ты думаешь, что у тебя из-за этого крыша едет. Слушай, ты можешь и не напоминать. Да, я понимаю. Так вот, я к чему все это? Вовсе ты не сумасшедшая. Сама подумай. Не может нам обоим мерещиться одно и то же. Дедушка. Или у нас обоих крыша едет, или... Или что? Нет, это невозможно. Хорошо, я с тобой. Все же нормально было. Вообще все. А потом из-за ерунды вспомнилось, и теперь из головы не идет. Мы с тобой друг друга стоим. Я пытаюсь все вспомнить, а ты забыть. Не хочу я все забывать. Хочу, чтобы стало все равно. Как это сделать? Чтобы отпустило. Чтобы не видеть на каждом шагу кошмары из прошлого. Надо просто посмотреть страху в лицо. Надо посмотреть ему прямо в глаза и не бояться увидеть. К
Когда с тобой говорит прошлое, слушай. А когда оно договорит, может, ты станешь свободной. Надо было теплые вещи взять. Когда поднимемся повыше, будет очень красиво. А ты вообще в походы ходила? Ну да, на двух камней. Турок. Чего ржешь? Вообще-то там тяжело. Идем. Впереди долгий путь. Хочешь секрет? Я ни разу не выезжал из Аризоны. Расскажешь, когда я не буду валиться с ног? Тогда послушаю. Давай. Чувствую, без меня ты шел бы намного быстрее. Без тебя я бы вообще не дошел. Хватайся за руки. Мы команда. Как так? Я вымокла и замерзла, ноги болят, будто меня неделю на физре гоняли. А ты все шагаешь и шагаешь, как кролик из рекламы батареек. Как только у тебя так получается? Я всю жизнь так хожу, а ты только несколько часов. Ага, логично. Ну ничего, я тоже научусь. Господи, здесь еще красивее, чем я думал. Мы с мамой раньше гуляли в пустыне на закате. И если весь день было жарко и на небе была дымка, то солнце прямо расцветало на горизонте. Знаешь, как огненный шар. Вот это правда было красиво. Лучше, чем сейчас? Просто компания другая. У тебя кровь идет. Вот черт. Даже не почувствовала. Дай посмотрю. Ну вот, так да, лучше. Ты знаешь, что делаешь. Ну что? Как через границу перейдем? Придется вплавь. Вода же холодная. Да, ледяная. Ничего, это полезно. Бодрит лучше всякого кофе. Ванесса, ты слышишь? Это я! Это папа! Папа? Ты что тут делаешь? Ты хоть знаешь? Ты хоть догадываешься, с кем ты сбежала? Да, его зовут Дин. Ванесса! Плохо дело. Как он нас нашел? Давай поговорим. Просто поговорим. Пожалуйста. Надо подниматься. Других вариантов нет. А какой смысл? Он не отстанет. Он все равно за мной пойдет. Решил, что закинет меня на плечо, как ребенка, и понесет домой. А вот не выйдет. Ванесса, ты куда? Подозреваемый у меня на прицеле. Не стрелять. Знаешь что, папа? Это уже слишком. Мы с Дином уходим.
навсегда. И ты мне больше не указ. Тебе придется с этим смириться. Что? Что они делают? Хватит! Пустите! Прости, дочка. Иначе нельзя. Джей Холт, ты арестован по постановлению ФБР. Что? Я думал, ты умнее и не станешь бежать с полицейского пункта на трассе. Ну что ж, нашим легче. Так вот, со мной целый отряд федералов. Так что все кончено, Джей. Я не сдамся, меня приговорят к смерти. Твоя подружка, Ванесса, была твоей сообщницей. Ее отправят в колонию, а когда будет 18... переведут в тюрьму. Ее жизнь кончена, Джей. Понимаешь? Да врете вы! Опять! Она не сядет в тюрьму. Вам нужен только я. Вообще-то, нам нужны вы оба. Но ты больше. Так что у тебя есть козырь. Ну? Ваш черед. Джей, послушай. Ванесса моя дочка. Моя маленькая девочка. Спала у меня на груди. Делала первые шаги, держа меня за руку. Но агент ФБР говорит, что ее не посадят только в одном случае. Если ты сдашься, она даст против тебя показания. Я очень прошу тебя поступить правильно. Ради нее. Нет! Быстро за ним! Надо, парень! Не выплывешь! А если выплыву, уже не поймаете! Ты разобьешься насмерть! А со смертным приговором можно на одних апелляциях лет 15 протянуть! Знаете, как птенцы учатся летать? Мама выталкивает их из гнезда, и они падают. Тогда у них просто нет выбора. Черт! Свяжитесь с пограничной охраной. Пусть сообщат, когда найдут тело. Где он? Он прыгнул. Видимо, разбился. Пап, скажи им. Пусть меня отпустят. Хватит уже. План не сработал. Договор был, отпускаем ее, когда арестуем его. Ареста не было.
А вам точно сюда? Пешеходных троп тут нет. Да, точно. Спасибо. Тихо, тихо. Рузвельт, да что с тобой? О, Боже. Зои. Привет, Джей. Я не знал, доходят ли письма. С Марта. По одному в месяц. Тебя до сих пор ФБР ищет. Ты в курсе? Как ты меня нашла, Зои? У меня номер твоего абонентского ящика был. А дальше на почте подсказали. Здесь хорошие люди. Да, это правда. Как сильно ты изменилась. Я знал, что за эти годы ты выросла, но у меня в памяти ты все равно та маленькая перепуганная девочка. Ты стал гораздо старше. Я даже не ожидала. 14 лет под открытым небом. Кого хочешь, состарят. Может, пойдем сядем? У меня второй стул где-то был. Кстати, баллончик тебе не понадобится. Даю слово. Красиво. Я раньше тоже так думал. Теперь привык. Так странно тебя здесь видеть. Я все эти годы думал про тебя и твою семью. Я читала в письмах твоих. А вот я про твою семью старалась не думать. И у меня даже получалось, пока ты не начал писать. Понятно. Я столько всего спросить хочу. О тебе и... Спрашивай. Мне теперь спешить некуда. В новостях говорили, если прыгнуть с того утеса, выжить невозможно. Я чуть не погиб. Когда нырнул, будто отрубился. Не помню, как доплыл до берега. И что, за все эти годы тебя так никто и не узнал? В городе иногда казалось, будто узнали. Там ведь и не поймешь, просто чувствуешь, что на тебя пялится. Так что я далеко не хожу. Только в библиотеку и в магазин иногда. А где девушка, с которой ты убежал? Ванесса? Я иногда ищу про нее в сети. Из колонии ее быстро выпустили, а сейчас она работает в адвокатской конторе. Я думаю, у нее все хорошо. С чего ты взял, что все хорошо? Никто не знает, что у других на душе. Да, наверное. Надеюсь, что она счастлива. Она этого заслуживает. Тебе семья хоть пишет? Нет. Мама вроде бы уехала за границу. Не знаю, куда. Тайлеру не повезло. Он в Аризоне. Ждет казни. Мы немного переписывались с отцом. Но он написал, что меня так могут вычислить. И больше писем не было. В общем, я один. Живу тут. У тебя тогда вроде не было шрама. А, это... Я первое время много по лесу ходил. Как-то наткнулся на медведицу. Думал, она раненая. А у нее были медвежата. Вот и получил.
Так зачем ты приехала, Зои? Ты хотел поговорить. Я надеялся, что ты просто напишешь, и все. А ты приехала сама. Зачем? Я тебя везде вижу. Во сне, в людях на улице. Ну? И я поняла, что должна посмотреть тебе в глаза. Чтобы отпустить и жить дальше. Если хочешь об этом поговорить, я готов выслушать. Что-что, а слушать я умею. Той ночью ты увел меня на второй этаж, и тут свет вырубился. Помнишь? Конечно. Мне тогда тоже было страшно. Ты сказал молчать и не дышать. И я с тех пор как будто так и живу. Хотя на самом деле я хочу кричать. Вот орать и орать бесконечно. Мне надо было, чтобы ты сидела тихо. Копы ломились внутрь. Я за тебя боялся. Знаю. Я не говорю, что моя реакция логична. Знаешь, что между нами общего? Нас обоих жизнь макнула в дерьмо. И мы потом оба пытались с этим как-то справиться. Так что мы с тобой во многом похожи. Но может и так. Джей, зачем? Зачем ты начал мне писать? Я же сказал, о многом я так ни с кем и не говорил. Да, но почему я? Говоришь, я тебе снюсь? Ты мне тоже иногда снишься. Хотя вроде много лет прошло и давно пора все забыть. Но я как ни старался, до сих пор так и не смог. Наверное, ты ненавидишь меня после всего, что сделала моя семья. У меня на глазах заживо сгорел человек. Сколько еще людей погибло? Я ходила по психологам, таблетки пила. А потом от тебя начали письма приходить. Я... Зои... Что бы я сейчас ни сказал, прошлого не изменишь. Я был мелкий, глупый. Не понимал, какая у меня семья. Но это все не важно. Я был 18. Я должен был понимать, что так нельзя. Прости меня. Ты думаешь, можно так просто? Не выйдет. Понимаю. Но знаешь, я здесь прожил 14 лет. Тут на крыше антенна. Если тебе полегчает от того, что я сяду, позвони сейчас копам. Я убегать не стану. Пожалуй, я благодарен. Пошли, Рузвельт. Прогуляемся. Твоя семья сделала тогда страшные вещи. Но я знаю, что по большому счету твоей вины в этом нет. Ты другой. Но столько лет прошло, и ты уже не тот парень. А я не та перепуганная девчонка. Тот, кого она ненавидела. Это уже не ты. Я себе по-другому это представляла. А как представляла? Что я, ну не знаю, убью демона. Ладно, мне пора. Хочу успеть на автобус. Не пиши мне больше, ладно? Хочу это все закончить. Я понял. Ты береги себя.
от тени нельзя убежать. Нельзя спрятаться. Со временем учишься смотреть не на тень, а на свет. Вот кто-то живет, растет, меняется. Даже если солнце закрыли тучи. Ответов я не знаю. Знаю только, что не буду больше бежать. Никто за мной не гонится. И никогда не гнался. Эй, Зои, это я, дедушка. Я тут все думаю о нашем с тобой разговоре. О том, как важно смотреть страху в глаза. И у меня есть тайна. В тот день, когда мы попали в Турок, когда я предложил ехать красивым маршрутом, я это не просто так. Я там раньше уже был. Все, что случилось потом, все, что с нами было в мотеле, это все я виноват. Ну, не надо этого делать. Давай, не дергайся. Не умножай свои проблемы. Скажите ему, пусть забирает. Пустите в Турок. Дедушка.
Everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. And you know I'm evil now. And you shout it loud and proud, saying born in the USA. And you know I'm evil now. And you shout it loud and proud, saying born in the USA.
just a little dance with the devil. Everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. And you know